Герман Оскарович Греф. Обращается к вам Романов Филипп Дмитриевич, собственник комнаты номер 2 в двухкомнатной коммунальной квартире в городе Москве, где собственницей комнаты номер 1, согласно общедоступной информации в ЕГРН, является ипотечница Сбербанка, которая создала вместе с жильцами и гостями своей комнаты мне и моей маме, победительнице конкурса у Сбербанка «Юбилей добрых слов не пожалей» в 2011 году, невыносимые условия жизни, в результате чего я и мама, и наша старая кошка были вынуждены бежать, покинуть эту коммунальную квартиру, спасаясь. И я вынужден был выставить мою комнату на продажу. Но и в продаже комнаты они создали препятствие. Я и моя мама неоднократно обращались к вам с нашими заявлениями. Я адресовал вам в том числе и мою петицию. Но никакой помощи до сих пор не поступило нам от вас или от Сбербанка. Я прошу выкупить мою комнату вас или какого-нибудь должностного лица из Сбербанка, чтобы взамен я и моя мама смогли купить себе иное жилье, а не скитаться, как мы уже более 5,5 лет вынуждены скитаемся. В том числе я и мама страдаем хроническими заболеваниями, и у нас не имеется никакого источника дохода из-за того, что нам негде жить.